Давайте говорить о Севастополе, ну хотя бы о Севастополе. То, что нам сейчас говорят, как вы говорите, великое переселение россиян, это, как правило, силовые структуры, военные и сопутствующие с ними переселение, это жены, дети и все остальное. Это в первую очередь. То есть идет просто наращивание количества жителей Крыма за счет, в первую очередь, основной процент, это силовые структуры и военные, военная база. Второе, это те, кто до сих пор не разобрался и не понимает, что жить в Крыму это несчастье, как многим это представлялось, когда они приезжали раньше на неделю, на две, на месяц отдыхать в Крым. Это совершенно разные вещи. Это, к сожалению, это было, это говорилось неоднократно. Это отдельный менталитет, как и севастопольцев, которые не считались крымчанами, а и также и всего Крыма. Понимаете? И заселение того же Севастополя, опять-таки, с точки зрения инфраструктурных проектов, стороны коммунального хозяйства, это сумасшедшая проблема, это сумасшедшая нагрузка, которой сегодняшний Крым и Севастополь не готовы.